Работы в Видновской детской поликлинике стартовали еще в начале года. Учреждение попало в проект областного Минздрава «Поликлиника перезагрузка». Была обновлена входная группа и отремонтирована одна половина первого этажа. А сейчас пришло время второй. Все выполняется согласно единому для детских лечебных учреждений брендбуку. Брендбук детских поликлиник по Московской области – это зеленая гамма. Это, как вы видите, зеленые стены, зеленые диванчики. А брендбук взрослых поликлиник – это синий. Поэтому он будет такой, в такой же цветовой гамме, с такой же мебелью будет. Поэтому все будет в едином стиле. Сейчас ремонт в активной фазе. Покраска, штукатурка, побелка стен, укладка кафеля, замена санузлов. Работы ведутся круглосуточно. Пыльные выполняются в основном ночью. На первом этаже полностью обновят 20 кабинетов. Здесь будут вести прием неврологи, гинекологи, лоры. И откроется первый детский травмпункт в округе. Как раз сейчас перепланировку проводим. И со временем, после того, как придем ремонт, значит, будет работать травмпункт. Он будет работать с 8 утра до 20 часов и будет принимать только детей всего Ленинского района. Травмпункт оборудуют отдельным входом. Рядом можно будет сделать рентген и МРТ. Также отдельные входы обустроят в отделениях неотложной медицинской помощи для детей первого года жизни и профилактических осмотров. Кстати, пока ведутся работы, прием маленьких пациентов не прекращается ни на минуту. Полностью обновленный первый этаж будет готов уже до конца ноября. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.